В Элисте чествовали социальных работников в преддверии профессионального праздника. В Калмыкии его отмечают работники 14 центров социальной защиты населения, 14 центров занятости, 22 учреждений социального обслуживания населения и работники профильного министерства. В ходе торжественного собрания к ним обратился министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. Он поблагодарил каждого за внимание, отзывчивость, высокий профессионализм и безграничную любовь к своему делу. За добросовестный труд и высокие достижения профессиональной деятельности соцработники были удостоены грамотами и благодарностями как федерального, так и регионального значения. Как правило, сфера социальной защиты, она и социальная сфера в целом объединяет разные профессии, разные направления. Это и специалисты социальной защиты населения, это и непосредственно социальные работники, в честь которых учрежден этот праздник, это и помощники по уходу, это и медицинские сестры, реабилитологи, специалисты центров занятости. То есть около 1500 наших сотрудников сегодня празднуют свой профессиональный праздник – День социального работника.